как стать более чувствительным по отношению к товарищам? Это тяжело. Это занимает время, иногда годы и много лет. Потому что это наш коннектор, связующее звено между нами и Творцом, между каждым и Творцом. И поэтому быть чувствительными к группе — это только в мере важности. Ты ценишь их, как коннектор. И поэтому тут мы должны слушать друг друга, завидовать. Зависть, страсть, тщеславие очень тут помогают. И читать, и разговаривать, и стараться видеть, насколько это ненавистно нам, и насколько у нас нет выбора. Мы обязаны подниматься выше этого, потому что иначе мы не выйдем из этого мира в высший мир. Мы останемся внутри нашего животного. Быть человеком выше животного — это только в том, что мы меняем наше желание получать на желание отдавать. У нас нет выбора. Единственное средство — это где есть проверка, работа, взаимная работа. Это окружение, это группа. И насколько мы не хотим, но бежать некуда. Я говорю тебе из своего богатого опыта и горького, и долгого. И я видел Рабаша, который был со мной рядом. Он смеялся надо мной, насколько я хочу, и нет, и так, и сяк. И ничего нельзя сделать. С его стороны было только ждать, а с моей стороны прорываться, взрываться, делать разные действия тоже. То, что не делает разум, делает время. У нас нет выбора, мы обязаны в этой работе быть до конца жизни и более того.